ожидаемые события этого лета. Ивановский полумарафон «Красная нить» впервые пройдет в нашем городе 7 июля. Это спортивное событие – часть проекта «Бегом по Золотому кольцу», в ходе которого проходят забеги по историческим городам России. В Иванове маршрут пройдет по центральным улицам. Все старты будут в составе площади Пушкина, и все финиши тоже будут на площади Пушкина. Самая длинная у нас самодистанция – это, конечно же, 21,1 километра. Это два круга по 10 километров. В данном мероприятии могут принять участие все желающие, независимо от возраста и пола. Главное, чтобы по состоянию здоровья вас допустили до этих мероприятий. Дистанции будут совершенно разные, начиная от 4 лет и кончая неограниченным возрастом. На сегодняшний день на Ивановский полумарафон «Красная нить» зарегистрировались более 1700 участников из 7 стран мира. Самыми популярными стали дистанции на 10 и 21 километр. Заявки на участие принимаются до 4 июля.